Following Moscow's growth in the West, Ivan IV ascended the throne and took up the eastern expansion plans of his ancestors. The Tatar Khanate of Kazan lay just across the border. But the Tatars had resisted many Rus sieges in the past. In his final attempt to capture the Tatar lands, Ivan would deploy bold new strategies. For years, the Tatar fortress of Kazan had defied Muscovy's growing power. Now Ivan IV aimed to extinguish the weakening Khanate and claim this new territory as his own. To take the city, Ivan had to strike at the heart of the fortress and take out the Khan's personal guard. But first, the Rus needed a stronghold from which to support their imminent siege. Приказ есть новый. Тихо! Слушайте! Закрушай! Есть войны! Каков фильм? Отники на броню стрельбы! Не влите! Наказ новый! Наше дело правое! Вот они нас! Читайте молитву! Идем! Готов! Приготовляйте мещай на брань! Да! Отники готовы к броне! Ученики, запрет! Ожидайте наказ! Слушай, ученики, идем! Очень не молотим! Ученики слушают наказ! Ведуюсь изделию! Ученики на правду! Ожидайте наказ, несчастники! Наше дело правое есть! Чьи направляются скоро! Уразумел! Руки духу доверены! Приготовляйте лучники, снаряжение бит. Готовите! Будьте хоробры и готовы! Нагали ваши судьбу! Сарники приступ! Лучники готовы! Отсюда идем! Тихо, лучники! Слушайте наказ! Готов? Ожидайте наказ! Сейчас готовы есть! С радостью! Taking the Tatar settlement, the Rus had secured a location for their stronghold. Ivan had prepared resources to rapidly construct a base on the Volga River, and his navy now delivered these. Служите готов. Готов. Немедленно скачу на пряж. Двигаюсь, куда велено есть. Каков наказ есть? Послушлив есмь, словеси киждому. Слушайте все. The Muscovites established a settlement. Now Ivan would need to defend it, while building up a siege force with which to breach Kazan's walls. Слушайте все, сейчас наказы будут. Блюду, а ще построено будет... Часа накажете? Строите надобно. Слушайте все, новые наказы суть.
готова служить. Строите надобно. Внемлите. Ожидайте наказа. Наказывай. Гряду, куда наказано. Готов, ясен к делу новому. Разведу все, яко прикажете. Чесонок, наказ ясен есть. Двигаюсь, куда велено есть. Отправляюсь и немедленно. Покоряюсь, воля ваша. Слушайте все, сейчас наказы будут. Наказывайте, сделают. Слушайте все, сейчас наказы будут. Часо накажете. Готов. Мой конь верный, нетерпелив есть. Честь ее на брань гряду. Что накажете? Оружие. Блажен. Пойду, куда накажете. Слушайте все, новые наказы суть. Несть сон, несть отдохновение. Возведу все, яко прикажете. Волен есть. Слушайте все, новые наказы суть. Каков на еду, куда велено есть. Наказы, но напрежь, не бойтесь. Покорь гряду путем верным. Ладно, сделано есть. Да долг. Часо накажете. Все. Ожидаю есть наказа. Часо накажете. Ватники слушают наказ. Дайте отдохнуть. Наказ. Подожди, войны. Идите по мне. Наказывай. Все. Несть сон, несть отдохновение. Повинуюсь. Гряду путем верным. Часо накажете. Возведу все. Готов, есть к делу. Наказывайте, сделаю все. Строите надобно. Наказан. Немедленно наказ исполню. Наказывайте, сделаю все. Блюду, аще построено будет исправно. Ожидайте наказ. Решение есть. Наказ. Повинуюсь с честью. Часо накажете. Наказывайте. Несть сон, несть отдохновение. Полету. Наказом и сладим. Слушайте наказ. Тихо, лучники, напряжь. Наказы ваши суть мудрые надо. Наказывайте, сделаю все. Направь меня. Всем дело свое. Есть сон, есть отдохновение. Готов, есть им дело. Разведу все, яко приказ. Есть сон, есть отдохновение. Наказывайте. Приступаю на гамма. Часо накажете. Приказ ясен есть. Готов, есть им к делу новому. Не сяду, донди же себе. Наказывайте, надо. Сделаю все. Жажду крови. Наказ уразумеет. Теку. Есть сон, есть отдохновение. Строите надобно. Покоряюсь его. Пойду куда? Пустите меня на... Наказы сути исполняются уже. Готова служить. Там дело свое. Слушайте все, идем по спору. Есть сон, есть отдохновение. Есть сон, есть отдохновение. Наказывайте, сделаю все. Стройте, наказывайте, сделаю все. Готовы, есть к делу новому. Ожидаю наказа. Слушай, готов, есть им к делу новому. Слушайте все, новые наказы суть. Делаю, как накажете. Он знает нас. Ожидайте наказа. Ой, Леваш, приготовляйте. Приготовляйте пещерку. Пещерка готова есть. Берите снаряжение! Иди приказано! Каковы есть мы здесь? Приготовление! Оружие сути с протков! Наказ исполню! Наказ
Наказывайте, сделаю все. Будет для меня приказ. Блюду, а еще слушайте. Да! Внемли. Наказ дан есть. Всем дело с наказом. Готов, двигайтесь. Часов. Строите надобно. Ту наказы. Получим наказ сейчас. Вот. Тишина есть. Сейчас наказы будут. Земли честь! Буду радовать, если с вами сражать! Направляюсь скоро. Часу накажете? Наказывайте, сделаю все. Строите надо. Наказывайте, сделаю все. Алло, напряжь. Наказ любые исполнить. Наказ, но... Честь в повиновении есть. Наказы новые, напряжь. Если части, наказ дан есть. Ivan's army pushed across the Volga. They could expect stiff Tatar resistance. Вороги ваши обречены, суть! Каковы есть мы, день! Наше дело правое есть! Ожидайте наказы! Печать с радостью! Печать готова есть! Наказ любый исполнен! Войны ваши готовы, добро! Войны живы! Приказ есть новый, а съезд вникнет! Честью набрать гряду! Приготовлен велено! Отники на брань устремляют! Покоряемся воле вашей! А будет так! Гряду куда наказ... Наше дело правое! Ожидайте наказа, бесчастники! Распишите, верностные! Подвинуюсь с честью! Отники слушают наказ! Повинуюсь с честью! Есть сон, есть отдохновение. Люду ваше построено будет исправно. Есть сон, есть готов, отдохновение. Возведу все якобы. Отники слушают наказ. Часы на приготовляйте, обещай направо. Наказ, наше дело правое есть. Отдайте наказ, обещай. Наказ. Отники готовы к брани. Повинуемся. Да будет так! Наше дело правое! Накоряюсь, сделаю, яко накажете. Да будет. Получим напряжь. Слушай, повинуемся наказу. Приказ есть новый. А если не терпение? Встанете, но трудитесь помалу надобно. Приказ. Земли честь в повиновении. И наказы будут. Пусть и... Наказы сути исполняются уже. Наказы ваши исполнены будут. Наказы сути исполняются уже. Напряжь, набрать! Землите, ожидайте наказы. Служите готов. Отправляюсь немедленно. Оружие готово. Отправляйтесь.
слушают наказ! Muscovite forces moved into the Tatar pasture lands. They were getting close to Kazan proper. Каков наказ есть? Да, яко прикажете. Двигаюсь, куда велено есть. Двигаюсь, куда велено есть. Послушлив есть, услови смещаль с радостью. Так, буду радоваться с вами сражать чудесно. Монахи, суть напрятия! Приступа! Темлите, войны! Нетерпение! Славы силы небесные! Есть! Будет для меня приказ. Блюду, а сейчас... Часа накажет. Слушайте. Получим наказ сейчас. Напряжься. Напряжься. Куда ты прихожу на мир? Напряжься. Наранда меняем. Место для орудия. Крюк. Наранда, двигаем орудие. Слушай, лучники, снарядь. Не млить его. Наказ там есть. Огонь вражеский есть. Дело худо. Приказы исполнены будут. Отники смут! Оружие суть исправно! Ожидание! Готов двигаться, куда велено есть! Наше дело правое есть! Я победа! Отники нам клянуюсь из чести! Вот наказ дан! Ivan's men were finally in sight of Kazan's walls. It was here previous sieges had failed, but Ivan swore this time would be different. Готовы есть к делу новому? Приказ есть новый, а если в нить... Ну, наказы! Наказывайте. Наказывайте, сделаю все. Пустите меня набрать. Наказывайте, сделаю все. Пустите меня набрать. Несть сок. Не мли. Войны! Наказы, слушай, честь! Войны!
Напряжь поскору! Ожидаем наказ. Не... Спешите, леностные! Ладно, сделано. Надолго удержится. Тебя набрать. Один есть. Есть сон, есть отдохновение. Кройте надобно. Мне наказ будет. Часо накажете. Готов, сделаю, яко наказ. Эрен готов. Есть. Готовы, Есмь, к делу новому? Будет для меня пледа, куда наказано Есмь. Ай, дева, обрать! Отчетник готовы брать!
накажете. Ожидайте наказа! Оружие готово! Батники, слушаюсь! Оружие готово! Наказы я снесу! Батники готовы к пронесу! Приготовьте! Приготовьте! Скоро! Темните, воины! Слушайте все! Сейчас начнутся перемены. Строить не надо. Часов накажете? Наказ дам есть. Ладно, сделано есть. Надолго удержим. Вем дело свое. Внемлите! Ожидайте наказы! Внемлите его! Укажите цель! Вем дело свое! Внемлите! Ожидайте наказы! Возведу все, яко приказ! Орудие готово! Следуем наказ! Получим наказ! Внемлите! Наказ дан есть! Укажите цель орудия! Наказ обрез! Не бойтесь! Читайте молитву! Идем на руку! Орудие готово! Батники слышат! Кто ест честь, повиновите! Слушайте наказ свой! Сейчас заряд есть! Орудие готово! Уже готово к ране! Наказывайте! Ожидайте наказ! Сейчас готовы! Готовы! Наказы новые суд! Часо наказы! Немль, обрежь! Мыслите участь! Слушайте все! Новые наказы! Немль, войны! Наказ там есть! Оружие приготовьте на дарбо! Kazan's inner wall crumbled before Ivan's forces. Within the inner city, the Khan's guard awaited. With a mighty war cry, the Khan's elite guards set upon Ivan's forces. Ivan and the Rus overwhelmed the Khan's guard and seized the city of Kazan. For the first time, Muscovy began to push its borders eastwards, setting its ambitions on claiming ever more distant territories for the Russian Empire.